процентов всю массу тела. И даже человек с весом в 40 килограмм может быть ужасно сильно, потому что представьте себе, ну, бревно 40 килограмм, его взяли вот так и бросили в грудь, торцом. Я думаю, что для человека с улицы, ему все равно будет, что ему бросят так бревно 40 килограмм со всей силой, что 100 килограмм, дырка будет и так все равно будет. То есть, суть вот в чем. И тогда масса тела уже не такую большую роль играет, когда мы бросаем просто руку вперед одну. Когда именно кидаем. То есть мы там используем частично верх тела, все такое, но не используем всю именно подачу тела вперед. Здесь же мы научимся делать это. Значит, что нам нужно сделать? Смотрите. Как надо правильно встать? Помните, да, вчера? Что вы встали по рельсам, все нормально. Дистанция какая должна быть? Я вам скажу чисто эмпирически найденная дистанция. Если вы хотите достать с ладошкой легко до задней поверхности, вам надо встать так, чтобы пальцы были по срезу макивары. Вот макивар, и пальцы передней ноги стоят по срезу макивары. И это именно для тренировки спины и ног. Приняли стойку, заднюю ногу согнули. Ваша задача главная сейчас будет, это сейчас делать будете прежде всего, наверное, вы, потому что масса тела маленькая. Не валиться на макивару вот так, а пытаться с разгибом задней ноги, вот так, разгибом задней ноги, ее задвинуть туда до конца. То есть стали длинную стоечку, спину закрепили, чтобы она не была вот так. То есть не надо попу отклячивать. Наоборот, подобрали под себя, это конечное положение будет. Руку поставили, выпрямили полностью ее. И начинаем нажимать туда. Чтобы не было вот так, смотрите, вот это самое важное, чтобы вот так не было. Никаких рывков. Чем медленнее, тем лучше. И там еще подержать постараться. Стоять на заднюю ногу. Пробуем? Давай.